еще в Северной Америке. Хорошо, у нас много разных помочь? Да, у вас есть одноглазый кот по кличке Фред? Ну, да, такой кот есть, но я не знаю его клички. Где он? Не знаю, но сегодня его усыпят. Что? Послушайте, вам туда нельзя! Послушайте! Стоп, стоп, стоп! Что вы здесь делаете? Не смогла его остановить. Привет, Фред. Кто его привез? Мужчина. Вроде из-за аллергии. Эвелин. Смотрите на BTV.kz с безлимитным трафиком в подписке Амедиатека и на канале Амедиа Премиум HD.